«Мама, самая дорогая роскошь в мире. Так будьте добры, цените ее». «Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет». Всегда стройна и весела, а ну их в мусор все проблемы, улыбка, нисходящая с лица, и песен вечные напевы. А я станцую, пусть беда уйдет, забрав с собой ненастья, а я спою, да так, чтобы она, забыв дорогу, поменялась с вечным счастьем. И стрелы пусть в меня летят, окутанные завистью и злобой, а я добром их исцеляя, приму за новый в жизни опыт. А если вдруг случись напасть у друга или просто у соседа, я никогда не дам ему упасть. Собой пожертвую, иначе не умею. Вот в этом вся она, моя мамуля, милая, родная, мне столько радости, тепла, добра и мудрости без края. Таких прекраснейших людей на целом свете ты не сыщешь, и если посчастливилось быть рядом с ней, сто крат душой своей ты станешь чище. И не устану повторять, как я горда и бесконечно рада, что каждый день могу ее назвать с любовью и теплом, моя родная мама. Мама – самый дорогой, самый близкий и бесценный человек на свете. Она крепко любит, всегда приласкает и пожалеет, защитит и сохранит от всех бед. «Мама» мы произносим, когда больно и страшно. Мама необходима и в минуты счастья. Мама никогда не изменит, потому что ее любовь к тебе святая.